Боевики группировки «Исламское государство» уничтожили еще один значимый памятник римской эпохи в сирийской Пальмире. Они взорвали построенный почти 2000 лет назад храм Белла. Он был главной святыней древнего города, развалины которого признаны ЮНЕСКО частью всемирного наследия и сочетал в себе традиции восточной и античной архитектуры. Как сообщается, не уцелело ничего. Напомню, боевики захватили Пальмиру в мае этого года. Часть уникальных артефактов вывезли, другие разрушили. Угрожали даже взорвать весь комплекс. И вот неделю назад приступили к воплощению своих намерений. Уничтожили древний храм Баал-Шамина, воздвигнутый в 1 веке нашей эры.